все тут. Да. Если убить прорицателя первым, МК будет меньше. Еще прорицатель. Бля, помогите. Гена, Букин. Мозг, ты лучше бы молчал, они бы не заметили тебя в толпе. Блин. Смотрите, Кирс Гильдии продает шмот. Прям в рейде, бок хэм. Бля, как... Вот чес. Не та раскладка открылась. Ты так единичку тыкаешь? Да, конечно. Вот тут воронка. Вон там чисто от желтых атак. Там бил. Еще фишка в том, то, что череда настакивает все 10 стаков. А, это... Фич. Я думаю, то, что так же будет работать со сплетением. Не-не, так. Там меньше, конечно, будет, но все равно. Не будет так работать, потому там что у него сплетение стаки с кулдауном собирается. Да, там ограничение 10 секунд. 10 секунд ограничение. Не чаще, чем 10. Это многое портит. Ну никак, не 10 секунд, сколько там? 6? 10. Но проверить все равно хочу. 20 секунд, по-моему, висит дебаф и 10 секунд КД. Нет, то есть смотри, он может проклять на второй секунде, потом через 8 секунд еще один. Короче, за секунд 35-40 у меня 4-5 секунд. Там не конкретно. Короче, на анхолика хорошая трения, я так скажу. Ну, анхолик часто желтыми атаками бьет. Постоянно. Видишь, в роге основной ДПС от белого. Слышь, Леха, сколько фениксов Асгарда оставляешь? Так, как и мы. Если первого только убивает и все? Ты у Миши смотрел, я просто не смотрел. Да. Только одного. Там все зависит от того. У них тоже как у нас. Зависит от фортуны. Как, короче, фортуна повернется, да? Дело стая первую фазу не может пройти. Не знаю, они что, не контролят? И первую фазу не может. А вы видели вообще это танка Ивонова? Зато активно так на форуме пишут. Кого? Кто у них танчит, Джаф? Вакханал, который. Да, у них вакханал танчит. Фу, брюлевый, у него брюли на рейтинг щиту, короче, там, из 60. А, круто, да. Давно он стал мейн танком у них, не? Как меня больше интересует трали. другое, когда у него появились фу брюли. Это не мейн танк. Один просто из... Просто из-за того, что у них протопалов нет. Просто все дошли до того, что протопалы самые полезные танки. А чё, у них джаз не танчит? Тоже танчит, но надо там же 4 танка надо. Я не помню, когда джаз последний раз заходил в игру. Так. Появляется раз это, да, я видел вам. Я помню, когда он с ЛК-10 ХМ пытался с профа триню выбить на танк, который ему полтора месяца не подал.
синдром Гевки. Это так называется теперь. Гевка и пояс — это имя нарицательное. Это синдром Долгонога. Сейчас обидно было. У тебя что, тоже я Долгоног? На маге? Да, он там на мага себе Долгонога хочет. Точнее, я уже взял, но... Ой, Крип, хватит мне в личку спамить своими тринками, мне выбрать. Я уже это, у Миши взял. Чё за хрень? В смысле, чё ты у Миши взял? Долгоного? Купил анролл в рейде, что ли? Ну, типа того. Так типа того или и так и есть? Миша придёт, скажет. Или он тебе его типа задонил, а ты у него купил его за долго? Как бы долгоного донил. Сколько он стоит? Некоторые донят. Сотка. Где просто? Примерно на черном ауке даже дороже вышло. Прости, здесь? Блин, у кого микрофон? Ай, как больно. Ай, как больно. Остался ты один, ставлю рыбу. Ушам больно. Чё по хилам, Лёх, по пристам? Ты в ДЦ? Нет, стоп, ты не в ДЦ, ты в холике. Сила бездны. Два рестор друида, два рестор шамана холик. Семь хилов? Шесть. Что-то я холипала не наблюдаю. Полипалась. У него резко интернет пропал. Ой. Интернет. Бля, у кого есть прото? Что-то резко началось, да? О. Что за вчера? Так. Я вчера тебя сопроднул? Стрелогный. Во второй фазе. Первая платформа Монород, вторая. Ну, я имею в виду от того, как мы будем. Первая справа Монород, вторая справа Войд. Третья я, четвертая кола. По хилам на второй фазе. Прости. Вреди, Ипполина вреди. Элбрил Мосса хилите на той стороне. Там, где я стою с калатом. Мосса дисплейда Шелбрила. Дальше. По поводу мобов. Я настараюсь дпсить больше по боссу. Так. По малому кругу. Стоят ханты, плюс Простя, плюс Полина, плюс Мосса. Все остальные хилы на дальнем круге. Можешь войти на ДК, полезней. Мобов. Лёха, может быть колодец под хилов поставить? Это кто там со мной будет стоять под себя? Не надо. Это дальше. На первой платформе. Первых 5 мобов появится, сливаем. То есть 2 бана, одни корни. Сегодня 2 лока. Типа 2 бана только будет. Придется поконтролить 7 корни, побросать там. Анкил тебе, позамедлять часть. Вот, потом
Сливаем, оба сливаем. Прохиливаем. Дальше еще. Ну там два моба, одного сольете, и чтобы 5 слились. Появляются мобы следующие, 10 мобов. Получается. Надеюсь, что мы тайминг словим такой, что раз первый ляжет, как он должен ложиться, да? Вот, первый ляжет, и мол, пойдут к следующему. Дальше, что делаем на следующем? Двух дальних, Долорус с грибом баните. Потом этот Йена... Смотришь там женой нам. Если два моба доходят, заебись. Если больше, откид, можешь этот корни дать. Две совы, я думаю, справить. Корни дашь по двум. Плюс там монород будет свободен. Еще по одному корни сможет. Там главное, чтобы по два, по одному заходил в босса. Остальных контрольте станами 5-секундными. И этими. Если заходит 3 в босс, значит этот Войт отдаешь ШВшку. Не давай ШВшку преждевременно. Дашь ШВшку, плюс сваган и нажмешь мастер аур. Даю проверку. А что на второй фазе делаем? Я ж тебе уже всё сказал. Силы бездны нет случайно, хули спека? Мага кулак, дай повар. Бафы, давайте. Там что-то сила бездны. Лагается. Ну, сейчас 3 спека есть, как бы. Просто я смотрю, у него камни на скорость вставлены. Еще раз даю проверку. Не могу понять. О, все нормально, вижу. Нейликс готов. Там шаман это тем ставит. Да. У меня просто надписи что-то нет почему-то. Окей. Все готовы, по готовности поехали. Интеллект. Фаст. Прибежали. Забрал. Моба. Контролем. Не трогайте, поставите или... И одного стоит. Все. Усиливаем. Пять секунд заберу. Забирай. Бежали каст.
моба, ближняя пусть доходит. Идут эти два пути. Каст. Просил. Ну, в дальних по контролю. Пустите, пожалуйста. СС это на кого кидали, нет? Я обновлю на мотивочке. На перифазе. А, то есть мало? Что за контроль? Ближнего отпустите. Там где-то все. Каст идет. 5 секунд заберу. Да, у него тоже. Забирай. Дамажьте, дамажьте побольше. По времени идти. Ух, нам бы еще это, перевести его на вторую фазу поближе, чтобы мы рассредоточиться успели все стать хорошо. Маба. Таймер контроль. Еще проводи. Живо контроль, да, все. Проводи. Все нормально, пускай доходит. Забираю босс. Пустите, пусть дойдут. Все же, наверное. Класс. Ревно. 20 секунд. Опять забираю. Каст идет. Первая моба, да? Да. Два моба за контр. 5% уже. Переходи. Отхилитесь. Я на эту. Десять секунд еще у вас. Фокус возьмите заранее. Колодец еще под кого кидать? Кого-то. Филь так. Через таргет. Каст проносите только больше. Ярость у меня первая платформа. Слабо. У нас усталость. Третья рассеянность. А Фир это чё? Чё, веры нету. Есть? Есть, есть.
Да, у нас есть гера, да тебе не достает, наверное. Падение началось. Каст. Пять мобов должно. Локи банит. Что Войда прохиливаете? Нормально. Сорви. Больше Войда. Отворачивайтесь тут, Фир. Активнее, активнее прошивать. Чё Моса сдал? Каст. Чё Моса сдал? Его с фулла сложило. Моса смертный, конечно. Войда прохил. Крик! Что за корова тут лужи положила? Двадцать процентов еще прожимайте больше. Крик. Каст начался. Он спросил. Аккуратно, сейчас в середине могут быть. Крик. Дайте крик. Контроль. Ну, Моса, ты дашь корни, нет? Не успеваем мы, блин, просто вас выхиливать. Первого слили, во второго взорвались, а, или просто? Нет, они об него взорвались. Они в первого же взорвали. Если на бы сейчас уже. Вот здесь вот на краю не положила бы какая-то корова лужу, я бы доставала и рейд, и двух танков. Мне в итоге пришлось к Войду бежать, и вы были минус один хил. Зачем это делать? Домашний. Вы нормально вообще люди? Я не знаю, что мобсы делают. Тебе сложно, два моба появились, сложно по одному корню дать. Крик! Я, блядь, протопалом, сука, бегаю, в контроле отхожу. Как Феникса, падение. Дай там сейв. Да нету сейва. Слова упал. Ну я вижу, что уже я упал, хилов нет. А, ну все, хилов нет. Да, кстати, у нас демон лока нет. Хуй знает, они так бьют больно, пиздец. Ёма, народ упал. А чё сейчас вот на втором крик? Кто-то заметил, что было? Дизарм кидал он. Дизарм. Даже если ты отворачиваешься, дизарм будет. На втором понятно, на первом у нас полурейда постоянно в фире стоят. Там же отворачивается. Там рано или поздно. Да. Ладно, по-другому. У меня вопрос вот. Ярость на какой платформе был? Первая. И я, получается, словил с первой платформы дебаф, стоя на третьей платформе. Так и должно быть? Да. Ну ты же на агро словил или какой-то? То есть... Мосса сложила за 0,68 секунд с фулл хп. До этого. То есть фениксы раскидывают дебафы в случайном порядке, правильно? Нет, если к ним не они ближайших. Раскидывают. А, так. Если нет ближайших к наверное... кому-то определенному, тогда на танк. Чё Моса убило? Сверхновая. Не знаю, что убило, но 0,68 секунд 100% хп было. Ну посмотри, смерть. Нет, мне лог смерти. Короче, любую. Он линканул, у него сверхновая два раза ударила по 12. Сушающий жар. Так 12 27, потом 15, потом 11 и потом 13 сразу же. Все это за 0,68. Две сверхновые — это хуйня полнейшая. И это дальше следующий нюанс. Мне интересно. Ой, короче, эту. Блять, чё по таймингам первого не слили? Чё за хуйня вообще? Там люди фир ловили. Ну там фир был, да, он, блять, еще как перев и фире все стоят.
Ладно, я запомнил, ярость это на агро что-то. Что криком делает ярость? Ты стоял, нет? Сбрасывает агро. Сбрасывает агро. До нуля. То есть на этот таунт кидать я агро. Я рассеянность кидал дизарм. У вас какой назывался? Усталость или как? Усталость фир кидал. Усталость фир. Вот за того, что тебе дизарм кидало, тебе пробивало больше. Впрочем, а народ... Народ, тебе же на дизарм похуй, да? Я понимаю, но ты же можешь добежать до своего. Короче, Войд, будешь на первой платформе. Mm-hmm. Этот, монород, будешь на том... Ну, мне тоже, в принципе, похуй на дизарм. Да и мне похуй тоже на дизарм. Тебя, блядь, пробивают, тебе физуха. То тебя... Так он пуху снимает. Щит тоже снимает. Ну, короче, давай, вот, ты будешь на первой платформе, если что, ШВ-шку дашь по необходимости. Ты же будешь там все видеть сам. Mm-hmm. Если мобов дохуя заходит, дашь ШВ-шку. Дай проверку. Дайте инту. Мне надо, блядь, сегодня второго Феникса убить на второй фазе. Что, давайте. Бага, кулак. Активнее. Кулаки mm-hmm. раздайте, бафа даем. Надо, чтобы у вас не сдохли хилы. Я не знаю, чё, блядь, Элбрила фул хп, а мос одного сложил. Ну, тебе говорю, вот в него вошло 4 удара по 12, по 14, по 13 просто, и всё. И меньше всё, секунды это. Всё это, всё, поехал. Готовность пуляй. Может, какой-то дебаф висел на нем, нет? Он диспелли, да. Каст. Прибежали. Если бы у него дамаг увеличенный, то тут закономерно. Паст. Побежали, забираем. Моба. Тролль. Блять. Серьезно? Ложить? Хай его с контроллер. Тет моба в контроле. Стили вайпа. Хоть сколько держит? А, по времени. 5 секунд. А, не, 8.
Ты видел, да? Олени, блядь. У меня опять ком с загрузки висит. Не могу загрузить. По очереди, это будет. Резать, на мне нету масреза. Так что через меня. Ты не покидай тело, пока Феникс не встанет на место и все тела в кучку не соберутся. Туда не должно молиться. Собрались все, и я резнулся. А птичка на место встала? Ну вот на птичку не смотрел. В кучку собрались, через пару секунд я прожал. Ну смотри, чтобы она на место встала. Собрались. Туда не выкидывает. Ребят, я там чеху. Джасты тоже сидят, походу, в хэмке. Я на что? Подвисаю немножко, уже прокрутилась. Даже перезаходила, чтобы зайти можно. Бафать. Сейчас подождите, захожу. Да. Что-то рыба не жмется. Пианист офлайн. Раньше ты пятнали. Сейчас. Даю проверку. Потому что не хватает Неликса. Я поняла, почему такой тайминг сделали на Т5 шаманов. Под каждый фильм. Сейчас еще 10 секунд отпиваюсь. Раздавака с цеями. А подать. Все готовы по готовности. Стабаф прожми. И стабаф на всех есть. У меня белым светится, если хоть какого-то нет. Красный. Там гриб завис. Тебе пизда гриб. Может, он просто вспомнил, что давно не АФКшил? Здесь? Что ты делаешь? Блин, я думал в рейд пошел. Танки не достают. Каст идет.
5 секунд заберу. Я не могу использовать эту способность. Пять секунд заберу. Забираешь. Надо лопать мобов. Нашел уже. Первая пускай дох. Проводи. Замедлите. Что вы есть, пускай. Не надо. Упираю. Класс. Контрольте, чтобы не дошел. Забираю. Че по переводу думаешь? Вылупится сейчас снова. Бить. Все, что, стоп. Уже надо стоп. Хотя не бить, подбивать. Че с этих мобов сольем? Стопните ДПС, пожалуйста.
Релхисаем и БРнуть может? Вроде сказали стопнуть по боссу, нет? Боссу стопните, сейчас босс идет на фазу, будет вайн. Танк один. Хиливается. Еще два пускай доходит. Проводи. Каст. Контрольте. Каст. Все, сейчас еще два мопчика сливаем. Еще одну моб... проводи. Похил рейда. Там это же как тем оба. Версал, босс. Чё за эту серию творится? Ну, Влада, да, чё? Гриб, бля, что у тебя творится? Он вылетел почти с пола. Я вылетел, блядь, уже не первый раз. Я могу брать за тебя. Какая хуйня происходит? Да у нас и так локов нет, и демона нет в рейде. Состав не очень. Два хватит. Лок. Лем есть вместо демона. Чё там по ДПС? Что у нас в жопе? Сиями, что с ДПС? С ДПС, а не уроном. Женой, что с ДПС? Четыре Т5, ребята, ходит. По 11-12 тысяч, наверное, блядь. Давайте, это печально. Там все зависит от того, сколько на тебе будет дебаф висеть времени. Угу. Ну ты обрати внимание на количество пулов и посмотри, сколько раз они будут в конце списка. А че если Феникса без танка оставить, вай будет? Не, ну просто что для сравнения, чтобы вы понимали. О, первая, блядь, 6 позиций, 20-ка. Первая 6 позиций, 20-ка. Дальше 16, 15, 13, 11, 11. Ну мы сейчас стопнули, ты сейчас-то не смотри на этом пуле. ДПС-то упал. Ну, почему, допустим, одни РДД дают 16, вторые РДД дают, блядь, 11? Ну, наверное, не контролят. Еще раз повторю, стаки. Какие стаки? Как дебаф, ну вот этот. Он на всех вешается по очереди. Не на всех. Не знаю, там на меня повторю. Вешается, например. На тебя 6 раз, ну да, 6 раз. На кого-то по одному разу. На кого-то по 3 раза. Короче, я понял. По-моему, да. Это так себе отмазка. Идеальный состав рейда это, блядь, 2 совы, 3 лока, 1 мах, 1 ШП. Демона, конечно, не хватает. Все остальные ханты плюс мили. Дай проверку. Не понимаю, неужели так сложно давать хотя бы там 16? Там в разнобой тыкай кнопки, блядь, 20-ка в Т5 должна. Кому-то везет, кого-то диспелят сразу, а кого-то кто-то стоит и 15-20 секунд ждет, пока мы всего продиспелят. Раз он код скинул, все здесь поехали по готовности. Заметили, я самый невезучий стрелок. О, быстро летать начал, слишком далеко. Это радует. А нет.
Хороший вопрос, учитывая того, где я лежу. Пацаны к успеху шли. Отжаешь? Стой. А, окей. Давай спина разворачивайся. Хули тут банановую кожуру кто-то бросил просто? Да ты видишь, где я лежу вообще и где перья были? За километр просто. Бум! Бананчик. Библ, сможешь джипса поставить? Так, перекур 3 минуты. Мне надо на телефон ответить.